Привет, ребятки, и сегодня мы будем играть красный мяч. Будем прыгать, собирать очки вот таким вот образом и проходить разные уровни. Сейчас я попытаюсь запрыгнуть на вот эту вот штуку. Оп, сначала, наверное, не мельницу, потом хочу сначала вот так вот на эту коробку или ящик. Так. Она переворачивается. Еще немножко подвинем. Наберем разгон. Что-то я ее все перепрыгиваю. Так. И теперь вот так. О, получилось. Отлично. А, опять упал. А это что за мячик такой розовый? Хочет тоже играть. О, прилипло ко мне. Я сюда в нору. Так. Разгонимся вместе и сдвинем этот ящик вот сюда. Ладно, ты оставайся здесь, подружка. А не, она за мной прыгает. Я сейчас под мельницей прокрутился. Давай дальше. Так, цветочки. Прошел уровень. Давай следующий уровень. Ну, как здесь все интересно. Соберем здесь очки. А-а-а, упал. Значит, туда нельзя. Давай еще раз. Собрать, соберем. Нет, ту звездочку мы оставим. Так. Перепрыгнем этот пень. И вот так. Опять сюда не получается. Надо с этого ящика. Так, здесь задержались. Опа! Вот так, вот так. Лучше облаков не будем. Так, перепрыгиваем. Корни снизу такие растут. Где же розовая подружка? Вот здесь можно попробовать на лопасти мельницы запрыгнуть. Вот так. Вот. И собрать. Она что-то эта мельница не крутится. Ладно, будем покатимся дальше. Здесь знак вопрос. Это что значит? Что-то наша подружка не очень рада. А!